Праздничное мероприятие состоялось в Ермолаевском дворце культуры «Молодость». Генеральный директор акционерного общества «Ермолаевский хлеб» напомнил присутствующим историю становления предприятия. Элеватор смог пережить и непростые 90-е годы, которые менялись и формы собственности, и владельцы. Уменьшался объем принимаемого зерна, преодолев трудности. В настоящее время предприятие работает и развивается благодаря группе компаний НМЖК, куда наше предприятие вошло в 2007 году. Для гостей праздника выступили творческие коллективы Дворца культуры с национальными вокальными и танцевальными номерами. Поздравил предприятие почетный гость праздника Николай Коваленко, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан. Действительно, очень приятно присутствовать в вашем коллективе. Очень приятная атмосфера. Рад, что вы уделяете большое внимание ветеранам. Сегодня почествовали и руководителей, которые здесь работали. Значит, специалисты многие, видимо, здесь, которые находятся, сделали прекрасный фильм. Это говорит о том, что действительно, предприятие живет за счет того, что есть коллектив. Много искренних пожеланий и теплых слов прозвучало от присутствующих руководителей предприятий и представителей районных администраций. Лучшим работникам элеватора были вручены почетные грамоты. Также благодарственными письмами отметили ветеранов Ермолаевского элеватора и партнеров предприятия, сельхозпроизводителей района.